Кировские предприниматели против изменения закона о рекламе. Они написали письмо в РИО губернатора Александру Соколову и председателю ОЗС Роману Бересневу. Дело в том, что 15 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит понятие единого оператора цифровых рекламных конструкций и наделяет эту, по сути, коммерческую организацию исключительными монопольными полномочиями в отрасли наружной рекламы. Получается, что регионы не смогут сами планировать схему размещения рекламных конструкций. Этим будет заниматься единый оператор. Кроме того, руководство города будет обязано согласовывать любую установку или демонтаж рекламных конструкций, а также их содержание с единым оператором. Такой расклад не устраивает кировских предпринимателей. Есть условно монополист, и все. Это значит, что стопроцентный монополист, понимаете? Значит, в этой истории мы просто-напросто похороним все региональные рынки. Ну, то есть все, его не будет. Ну, то есть никто здесь максимум. Ну, для меня, может быть, не настолько это критично, для моего предприятия мы больше производственники, нежели оператора. Вот, но операторам это очень страшная вещь.